Всем привет, Фоксики! И вы на канале Еся Фокс. И в этом видео у меня будет такое необычное видео, можно сказать, даже тематика немножко покажется тупой, но по сравнению с видеороликами 24 часа челлендж под кроватью, 24 часа в холодильнике и так далее, меня просто взорвали, поэтому я думаю, по сравнению с моим роликом, это еще цветочки. И на заднем плане у меня там сейчас находится попугай, так что он будет чирикать и не обращать внимания. И как вы уже могли догадаться по названию этого видео, сегодня у меня видео «Ночь на балконе». Это челлендж я снимаю не одна, а с моей сестренкой. Всем привет! И участие принимает Даша. Всем привет! Ну вот я вас и познакомила с моим, так скажем, коллективом. И сейчас мы начнем наш челлендж. Сейчас уже время 8:30, и нам нужно уже готовиться ко сну. А именно, нужно забрать всю постель, перетащить ее туда, приготовить фонарики и некоторую еду. Открываем балкон, и вот здесь мы будем спать. Что-то херовый. Короче, вот, мы будем спать здесь на диване. Здесь достаточно удобно спать. Тут есть и подушка, и покрывало. Ой, вы посмотрите, какая темнота. Итак, я буду спать здесь на подушке, а Даша, если захочет спать, она, в общем, собирается не спать всю ночь. Она, если захочет спать, то она пойдет в зал спать на диване. Ну, это еще не точно. Я могу и как бы... Если что, то будут кусочки вырезаны от того, как Даша ведет немного влога. Так, мы уже притащили удлинители нашей зарядки. Мы уже закрыли стекла. Также мы можем разговаривать с попугаем Гошей. Гоша, привет! Как дела? Сейчас мы будем готовить вкусняшку. Нам понадобится шоколадка. Растапливаем шоколад. Мы распределили на две емкости, потому что нас двое. Итак, после того, как мы растопили шоколад, добавляем йогурт. Тем временем у нас плавится вторая чашка с шоколадом. Три ложки, мне кажется, хватит. Все равно. Ну и тебе три ложки. Если потом здесь еще будет больше, то перемешиваем, как бы. Очень вкусно, мне кажется, получается. Теперь берем Есин. В общем, вот Есин. Да, мой шоколад. Мне кажется, он не до конца вкусный, но... Ну, окей. Это можно, даже, кстати, еще потом будет так микроволновку по... Она не очень горячая, поэтому можно... Я себе ровно кружку наливаю, ни больше, ни меньше. Пьем. Пойдет. Итак, мы берем с собой теплое одеяло. Первое одеяло это... Вот это вот теплое. Короче, вот одеяло, которое мы выбрали. И мы попросили конфетки. И хлопья. Я с собой беру еще наушники. Очки. Также Даша с собой взяла мягкую игрушку. Конечно же, телефон. У меня телефон, на который я сейчас снимаю. Все окей. Итак, Арина здесь уже постелилась и будет сейчас смотреть ютубчик. Тут все уже уляжемся сейчас. Даша пошла за вкусняшками. Сейчас буду постелать удобное одеяло. В общем, она будет спать, я не знаю как. Я буду спать вот так. Принесли уже вкусняшки, и я сейчас буду
пробовать, что получилось вообще в конце. Поставишь тебе телефон, он будет всю ночь снимать, как мы будем что-то делать. У меня памяти не хватит. У меня уже время 9 часов. Я желаю всем спокойной ночи, но мы еще не будем спать до утра. Ты хочешь память очистить? А потом я решила, что выпуск получится очень скучным, если я что-нибудь такого не сделаю. Поэтому я решила запранковать Дашу. Смотрим, как я подготавливаюсь к пранку. Я заорал. Первым делом отмою руку. Это капец, короче. Ребят, я не знаю. Я вот здесь. Ага. О, господи. Это был пранк. Я больше еще размазываю. О, господи, вся вода чистая, вот больше этой. Мама. Порекомендовать очень классный канал моей подруги. Она снимает просто топовые видео. Также она снимает сериал, в котором участвую я. Best Friends Forever. Так что обязательно на нее подписываемся и ставим колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ее нового видео. Эта девочка просто суперски снимает видео, делает обложки. И я на нее давно подписана. Советую и вам. Ссылочка на канал будет в описании. Очень, ну, прохладно становится уже, я укрылась одеялом, она там слушает песенки, и, короче, льёт небольшой дождик. Там кто-то пускает салюты, прикинь? Я знаю. Прикольно. Там кто-то пускает салюты? Первый раз уже. Но, к сожалению, я думаю, не смогу это снять. Вот, кстати, как выглядит. И мы сейчас сидели в телефонах, в интернет все лазили и так далее. Я уже укрылась по-хорошему, потому что на улице за окнами льет дождик небольшой. И поэтому как-то вот так. Поэтому Даша спать. На шутку. Пам-пам-пам. Нет, Даша спать не собирается. Я тоже думаю, продержусь, хотя, может быть, я совсем чуть-чуть посплю, а потом продолжим челлендж. И после этой последней записи, в общем, на тот момент я решила, что надо немножко поспать. Вспышки всякие, мы испугались. Короче, мы улетели спать. Вот опять. Конечно. Короче, в общем, мы увидели всякие вспышки, испугались. Пиу-пиу. Всегда лайк. Ну, короче, мы спим до 2 ночи. Все окей. Просыпаемся. У нас все окей, в принципе, мы поразговаривали. В общем, обсуждали, кого мы любим. Да. Жизнь, долг в жизни. Да. Пришли к такому мнению, что завтра мы идем с 5 этажа сбрасываться. Да? Есть такая злая, я первый раз это слышу вообще, кто это такое, типа что. Опять что-то Ринка. Она опять лунатит. Мне кажется, что-то случилось серьезно. Арина, иди сюда! Вспышка была.
Итак, на тот момент уже было 2 часа ночи, и я проснулась по будильнику, а вот Даша еще спала. Меня было не слышно, поэтому я сделала озвучку, вы уж простите за это. На тот момент было уже 5 утра. Также Даша спала, и достаточно было незаметно, что за окном 5 утра, но все же. Всем привет, и сейчас уже утро. Время почти 11 часов. На самом деле я проснулась раньше, и из-за того, что кое-кто развалился, я пошла в другую комнату. Но я считаю челлендж выполненным, так как у нас челлендж ночь на балконе, а ночь я продержалась. Всем привет, кстати. По итогу, кстати, утром было очень-очень-очень жарко. И когда мне принесла моя сестра телефон, он был просто кипяток. Очень-очень горячим. Как бы спать на балконе, но по температуре как-то... Да. Утром не очень. Нет, ну на самом деле это прикольно. Но неудобно спать вдвоем. Да. Еще вечером нам было так классно, мы просто весь вечер ржали. Всю ночь практически. Вот, я проснулась еще в 2 часа ночи. Даша еще спала и засняла короткий отрывок. И проснулась в 4 утра, тоже засняла короткий отрывок. В общем, в принципе, челлендж прикольный. Я думаю, что... Этот челлендж будет самым запоминающимся на моем канале. Что-нибудь скажи. Ну, что говорить? Ну, короче, классно очень, но так как мы спали вдвоем, как неудобно. Ну что ж, ребята, на этом было все. Если тебе понравилось это видео, то не забывай лайкать и писать комментарий. А возможно, что твой комментарий попадет в мое следующее видео. В следующее видео я вставлю 3 комментария. Так что скорее пиши комментарий, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видоса. Ну а с вами была Еся Фокс. Всем пока-пока. Короче, ребят, я, конечно... Извиняюсь за качество, уже 10 часов, нам прошло всего лишь полчаса, но из нас пока никто не хочет спать. Мы немножко почитали страшилок, посмотрели видео на ютубчике, и я даже не знаю, чем мы сейчас займёмся. Чем мы сейчас займёмся? Посмотрим в окно, попереписываемся по бокам, как мы это обыкновенно делаем. Давай что-нибудь интересное поделаем. Чем? Не знаю. Значит, давай снимем штаны, побегаем на карте. Это будет эпично. Кстати, вот вы заметили... Босс молокосос заорала! Вы заметили? У меня так кажутся уже зубы желтыми. А так это мой какой-то естественный цвет. В смысле? У тебя желтые? Нет. Так кажется, что желтые. Покажи. Из-за освещения. А, да-да. Это очень странно на самом деле. Ты как у стоматолога, блин, весь рот. А, у нас, короче, когда была Даша, и она такая берет мой рот, открывает и засовывает на камеру. Потом я ей.